Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч четвертого тура группового раунда Лиги Чемпионов Red Bull Leipzig PSG. В матче третьего тура Лейпциг смотрелся очень даже прилично на Stade de Prince, но грубейшие ошибки в обороне привели к поражению в матче, где гости стояли, в общем-то, даже на победу. Немцы сумели отыграться с 0-1, выйти вперед 2-1, но грубейшая обрезка в центре поля, а затем два пенальти свели все усилия на нет. И даже незабитый Мбаппе пенальти на последних минутах матча уже большой погоды не сделал. Месси отметился дублем. Видно, что Лео уже обжился в новой команде, о чем говорит его забитый Паненкой пенальти, чего ранее за аргентинцем не замечалось. В Барсе Месси, наоборот, частенько свои пенальти не забивал и уж точно никогда не бил по-пижонски. РБЛ последние два матча отыграл на тотал меньше, плюс к этому можно сказать, что немцам терять уже нечего. Если они сейчас не выиграют у ПСЖ, скорее всего, даже в Лигу Европы им не попасть весной. Поэтому можно ожидать, что хозяева будут играть на все деньги со всеми вытекающими отсюда последствиями. В защите у Лейпцига полная безнадега, остается уповать на нападение. В такой ситуации можно ждать очередных 3-2 в пользу той или иной команды. ПСЖ проиграл только один матч из последних 15 сыгранных, что неудивительно при таком составе. Если парижане выиграют в Германии, они фактически застолбят за собой одно из первых двух мест в группе. Посмотрим, на что прогрузил народ с понедельника по субботу. На исход матча коэффициенты изменились несущественно. Чуть подупал коэффициент на ничью, но это не важно. Гораздо больше коэффициенты изменились на результативность. Народ проголосовал за низовой и нулевой матч, что выглядит немножко странно. Да, пускай планка стоит в 3,5 гола, но тут запросто эта планка может быть пробита. Лейпцигу уже почти по барабану, и немцы, прижатые к стенке, должны будут играть очень активно в атаке, стараясь перекрыть свои дырки в обороне. Из связки тотал больше 3,5 обе забьют, да, победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 3,5 2,65. На победу гостей 2,18, на обе забьют, да, 1,58. Конечно же, самый ожидаемый вариант здесь вроде бы как обе забьют, да, за скромный 1,58. Высокий коэффициент на забивной матч также дает возможность здесь ухватиться даже за тотал больше 2,5, за сносное 1,61. На роль доходного варианта здесь можно взять победу гостей за 2,18. Как ни крути, но ПСЖ сейчас хорош. Месси уже прижился на новом месте и забивает по делу. Немцы должны будут лезть вперед и оголять тылы. Это на руку гостям. Мбаппе может должен убежать и снова забить. Ничью здесь брать не очень хочется, хоть и коэффициент хороший 4-0-0. По той простой причине, что соперники в очных матчах ее просто не играют. А во-вторых, сложившаяся ситуация не предполагает ничейного исхода. Ничья ничего не дает хозяевам, и они в случае ничейного исхода должны будут лезть вперед, что резко увеличивает шанс на забитый гол в те или иные ворота. На этом все, дядь Юра. Верю, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.